Ульяновске стартовал 60-й международный музыкальный фестиваль «Мир. Эпоха. Имена». Первый концерт посвящен блистательной балерине Майи Плисецкой. Журналисты и поклонники называли эту удивительную женщину символом русского балета, звездой по имени Майя и королевой балетной сцены. Ее персона вдохновила Фабио Мастранджело на творческий вечер под названием «Кармен в пуантах». В этом году Майе Михайловне исполнилось бы 90 лет. В честь балерины программу составили из ее самых известных номеров. Музыка балета из оперы «Фауста». «Гуно» – это опера, которую, конечно, Гуно написал для, так же, как «Ромео и Джульетта» его. Это опера, которая была написана для парижской «Гранд-опера». И там существовали такие правила, что если пишешь оперу для «Гранд-опера», надо, чтобы был балет посередине. Прозвучала и сюита Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». А центром программы сделали одно из ярчайших произведений 20 века. Художественный руководитель Ульяновского симфонического оркестра представил публике «Кармен-сюиту» Родиона Щедрина. Композитор и супруг Плисецкой адаптировал музыку Жоржа Бизе для балета. В итоге их детище стало мировым хитом, исполняемым в лучших театрах. Это вершина мирового искусства, вершина мирового балета. Это поколение и эпоха тех людей, которые преданно, беззаветно служили искусству. Музыка и искусство объединяют. Для музыки и искусства не нужен специальный язык. Он понятен без слов. По словам организаторов, следующие концерты будут не менее яркими. К нам приедут народные артисты Денис Мацуев и Валерий Полянский. Пройдут и дни Скрябина и вечера художественного слова. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Улправда ТВ.